Добрый день, с вами Crazy Papa. Сегодня я бы с вами хотел поговорить на тему пользы кофе. Обычно в рабочие дни я выпиваю 1-2 кружки кофе в день. На период карантина я отказался от этой привычки и спустя 1 неделю увидел некоторые изменения. Прежде всего, чего они коснулись. Если раньше в выходные дни я ложился на тихий час и спал 2-3 часа как убитый, то сейчас, после 2 недель воздержания от кофе, я перестал хотеть спать на тихом часу. Таким образом, кофе как будто бы тратит энергию и силы организма, которые являются запасами.